Вас приветствует Алена Ариес. Загадайте своего мужчину и узнайте, будете ли вы с ним вместе. Ну, пока в ближайшее время нет. Я не вижу, чтобы вы были вместе. Может быть, у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Вот, а может быть, вы просто на расстоянии. Но я вижу у вас переживания. Переживаете вы из-за него. Будете ли вы в будущем вместе? Смотрите, я вижу в будущем любовную встречу, пока только любовную встречу. Да, девочки, вы будете вместе по солнышку. И ждет вас действительно счастье, радость и удовольствие. То есть, возможно, с этим мужчиной создание семьи и даже брак. Создание семьи, я имею в виду совместное проживание или замужество, да, то есть, скорее всего, вы это будете решать сами. Зависит от того, чего вы так хотите. Давайте теперь посмотрим, когда вы с ним будете вместе. Да вот он у вас практически на пороге. Так что появится в ближайшее время ваш мужчина. Ну вот сначала я вижу любовную встречу, а потом ваши отношения пойдут уже к более серьезным. Вот, потому что да, я вижу его появление в ближайшее время. Какими-то подарками, сюрпризами. Еще одного мужчину вижу. Будет появиться у вас поклонник в ближайшее время еще. Вот. А может быть, есть уже и сейчас. В любом случае, мужчин двое. Выбирать только вам. Я вот у вас еще и выбор вижу по влюбленным. Да? Вот. Но я так понимаю, что и с одним, и с другим мужчиной возможны серьезные отношения, которые приведут к созданию семьи или замужеству.